Перед аграриями стоит задача добиться урожайности зерновых в 45 центнеров с гектара. Тогда и сеять можно будет на четверть меньше. А пока важно минимизировать потери урожая. На счету каждое зерно, повторял на совещании президент. У руководителей на местах для этого самые широкие полномочия. Любой запрос по технике, кадрам, топливу должен решаться мгновенно по первому слову главы района. Курируют все губернаторы, отвечает Совмин. И это не тот случай, когда стоит засиживаться в кабинетах с вице-премьером, курирующим в правительстве сельскохозяйственную отрасль страны. Наши корреспонденты пообщались как раз-таки в полях Могилевской области. Михаил Русы, который присутствовал на селекторном совещании, рассказал, что же сегодня главное в уборочной кампании. Везде обращаемся к людям. Качество и ответственность. Качество – не гнаться, не бежать. Каждый колосок, каждое зернышко должно быть поднято. Будем иметь достаточное количество зерна. И уже пошла поставка, я тоже посмотрел комбинат либо продуктов, как выполняется государственный заказ. Посмотрел пивоваренный ячмень. Сегодня мы решили дополнительно возможность профинансировать или проавансировать льготный кредит для того, чтобы наши перерабатывающие предприятия, это пивоваренное, отрасли, это сахарные отрасли, предприятия, которые занимаются выращиванием птицы, свиноводческих комплексов, могли получить этот кредит льготный, закупить для себя необходимое сырье, а в то же время профинансировать крестьян под топливо и под минеральные удобрения, и под заработную плату.